20 лет, мои дорогие друзья, снимаем, короче, пранк. Будем воровать машину у таксиста. Перед этим проводили социальный ролик. Помогут ли люди людям? Провалился этот ролик. Люди не помогают людям. Поэтому будем наказывать таксистов. Знаешь? Да? Вызываем такси. Так, что у нас, какой адрес? 60 лет. Здравствуйте, девушка, можно машинку на 60 лет октября, дом 84? Да, все верно. Номер подъезда. А тут магазин «Сказка» у дома. «Сказка» у дома? Да, да, да. Со стороны дороги. Куда поедете? Поедем Куйбышева, 79. 89? Да, да. 79. 79. Все, ждем. Такси подъезжает. Либо была девушка. Первый мой пранк, страшно. Вот она, походу, Мазда наша. Наша? Сильно палево, она не снимаем. Сейчас прошу, подожди. Такси? Такая ситуация, денег нету, есть 15 литров бенза. Сразу оператору не сказал. Набил по карману 100 рублей, там оплата 190, вот сотка есть, ну хватит. Есть 15 литров, короче, вот бенза на КНП, можно заехать, заправишься. У меня карточка КНПшская есть. 15 литров, в принципе, нормально, я думаю. А? Выручишь? Ну и сотку сверху, чтоб ты процент отдал. Добро? Все, ништяк.
Короче, это 1-2-1-2. Пятнашку полную заливаем, это как раз пятнашка. Служебная карта. Что у тебя с этой стороны бак? Вот иди я пока заправлю. Решили заправить человеку машину. А теперь действуй. Сейчас, погоди, погоди, погоди. Садись, короче, за пассажир, побыстрее. Да, я выйду, посмотрим на его реакцию, короче. Сейчас, подожди, встану куда-нибудь сюда. Ага. Две возьми. Опа. Вот так-то вот. Будьте таксисты очень аккуратно. Очень аккуратно. Просто жизнь такая, то что надо и доверять людям. А можно и не доверять. Э, друг! Дружище, это пранк. На, ключи, ключи, на. Как-то так.